Ну что, ребята, поехали. У нас теперь двойные монеты будут. Будем собирать монетки. Двойные. Нам нужно, ребятушки, собрать побольше денег. О, отлетело что-то у нас. Что-то у нас на автобусе отлетает. Вроде бы. Видимо, слишком я давлю на газ. Поэтому. Ладно. Соберем 21 тысяча. 21 тысяча должна быть у нас. Примерно. Такое вот количество монет. После завершения гонки. Потому что у нас двойные монеты. Аккуратненько едем. Желательно, конечно, каждый раз играть с двойными монетами. Потому что таким образом мы можем быстро собрать денежек. И, конечно же, купить улучшение. Ну а мы, ребята, копим на новую карту. Опля. Так, тихо. Главное не перевернуться, не разбиться. И, значит, надо, может быть, даже и обогнать этот автобус. Сейчас попробуем обогнать. Аккуратненько. О! Тихо. Езда на колесе. Так, а ну-ка, что у нас? Почти 121 тысяча, нормально. Так, мне нужно его обогнать, этот автобус. О, давай, есть. Немножко уже обогнали. Главное, чтобы он нас не обогнал. Ой, смотри, как он летит, а. Вперед. Здесь мы сделаем так, прыг. Скок. Вот, теперь уже 21 тысяча у нас, нормально. О, главное не разбиться здесь. Все, едем. Аккуратненько, ребята, едем. Так, монетки. Есть, 21 тысяча, готово. Опа, что здесь такое? А-а-а, отлетела у нас кабина. Это плохо. Это у нас какая защита? Оп, едем. Все хорошо. А, монеты пропустил. Ладно. Так, эти главное собрать все. Монетки. О, езда на заднем колесе. Ух ты. Так, едем. Давай, еще мощности. Хорошо. Так, вот и бензинчик наш. Опа, чувак. Все, остался там, чувачок. Ладно, будем без... чуваков ездить. Будем одни поедем, да и все. Угу. Так, ух ты, какая сопка. Все нормально. Ой, сейчас будет что-то нехорошее. А нет. Вроде бы нормально. Автобус мне нравится, он сейчас превратился в какой-то, знаешь, лимузин. Не лимузин, а вот, да, типа лимузина. С открытым верхом. О-о-о-о-о, тихо, едем. Сколько у нас? 1700 метров мы проехали, представляешь? Так, давайте ускоримся немножко. Вот здесь нужно нам подняться. Давай, есть. Поднялись. На гору. О, монетки пропустил. А, 20 монет было. Так, а здесь нужно аккуратненько спуститься. Опа, отлично. Теперь главное подняться. Вот здесь я подняться туда не мог. Есть, новый рекорд, ребята. Это очень даже круто. Еще и монет... Нет, куча дадут. О-о-о! А мне монеты нужны. Да, вот мешочек с деньгами. 1004, нифига! 1500, считай, я заработал. Это вообще подарок. Подарок судьбы, ребята. Я автобус буду прокачивать, короче, все. Автобус — это тема. Давай, еще немножко. Давай. О! Так, здесь крутой спуск, я смотрю.
Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Не, нормально. А теперь подняться надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Поднялись. Смотрите, ребята, да я бью все рекорды. Все рекорды свои бью. Угу. Опять денежка. Так, а что у меня с бензином? Ой-ой-ой-ой, бензина не хватает. Давай-давай, пожалуйста, едем. Вот бензинчик. Есть. Заправились. Как хорошо. Как хорошо, ребята. А, отвалилась часть нашего кузова. Тогда у нас тут нигде не стукнуться. Едем. Вон еще у нас монетки. Денежки. Давай, едем. О, поехали, давай, пожалуйста. Еще, ну, чуть-чуть, ну, миллиметр оставался. Реально миллиметр. Давай. А, не хватает мощности. Да что ж ты будешь делать? Давай, пожалуйста. Не, надо двигатель новый покупать. Потому что не хватает мощности. Ладно. Не хватает мощности, да не хватает. Останемся здесь, посидим. Все, кончилось. Ну, 2388 метров мы прошли. Это очень хорошо, ребята. Ну, а мы на автобусе поедем сейчас кубок. Кубок выиграем. Сейчас попробуем. О, едем. Так, какой-то, смотри, чувак. Впереди. Ой-ой-ой, аккуратно. Аккуратно у нас еще, смотри. На автобусе какой-то чувак с нами едет. Достаточно-таки быстрый какой-то. Хума. Тихо, давай, пожалуйста. Первая позиция, круто. Просто отлично. Так, и еще раз. Второй заезд. Так, какой-то чувак, смотри, на машине. Обгоняет нас. Сейчас мы его обгоним. Тихо, едем аккуратно. Может, он даже, кстати, может и разбиться. Нет, так нечестно. Третья позиция всего лишь. Так вообще нечестно, ребята. Ну, все, едем. Едем. Опа. Давай еще немножко. Опа. Есть, я заехал, но я застрял на вонючем этом подъеме. Нафиг он мне нужен? Нафиг он мне сдался, этот подъем, чтобы я четвертым ехал, да? Согласись. Вот зачем он мне нужен был? Надо было аккуратненько мне поехать назад и все. Так, а вы что там, чуваки, влево-вправо едете? Так, второе место у меня будет, да? Хорошо. Посмотрим, какой в итоге мы получим. И получили мы первое место, да, в итоге. Плюс 100 монет. И сейчас мы идем в пляжный кубок. Выбираем автобус. Поехали. Пляжный кубок. Давай. Кстати, не помню, чтобы я в пляжном кубке участвовал хоть раз. А, нет, помню, участвовал. Ой-о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 й. Нормально все, мы первые едем. Едем первыми. Главное здесь аккуратненько не разбиться. Ох, нифига, какие подъемы здесь. Опа. Так, назад немножечко и вперед. Давай. Опа. Так, и здесь едем. Вот и все. Вот и первое место, ребята. Тут даже, видишь, миллисекунды считаются. Все, личный рекорд мы побили. Далее. Все, едем. Так, а кто у нас там едет? На машине-то. А? На джипе. Я не понял, не видно никого. А, чувак какой-то просто едет на джипе. Ладно. Мы на автобусе едем. Опа, хорошо. Так, главное сейчас не стукнуться башкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ёлки-палки. Вонючее управление. Так, когда ж там уже? Есть. Первое место. Два раза первое место мы заняли. Очень даже хорошо, ребятушки. Все, ускоряемся. Поехали. Опа. Так, здесь тоже будет интересно.
Подъемчик. Ох-ох-ох-ох-ох. Ой-ой-ой-ой-ой. Врезался, я врезался. А, фиглишки, фиглишки это. Я практически застрял здесь. О, чуваки, смотри, оторвались от меня. Да какого? Надо их догнать. Тихо-тихо-тихо, едем. Ого. Классно. Нет, нафиг. Разбились, это очень плохо. Ну что ж. Да, мы все равно первое место заняли. Очень даже хорошо.